Скажите, а после того, как площадки будут приведены в должный вид, речь идет о том, что будут приобретаться и евроконтейнеры, ну и привычные нам, только новые. Скажите, у вас возможность есть обслуживать любой контейнер? Насколько я знаю, что евроконтейнеров у нас в городе не будет. Будут стоять обычные стандартные контейнера 0,75 объемом, такие же, как и сейчас, металлические. То есть у вас нет информации о том, что какие-то будут контейнеры с крышками, с педальками? К сожалению, к нам никто не подходил, и мы не уведомлены о том, что будут какие-то отдельные контейнера. То есть мы пока знаем о том, что будут стандартные 0,75 металлические контейнера и готовы к этому. Но если все же будет то, что поставят контейнера евро с другими захватами, думаю, будем подстраиваться под эту работу.